спасибо большое за донат. Человек с никнеймом ClearDew. С текстом: знаком с группой Hadden Dadden? Да, я говорил, что знаком. И оцени малоизвестную годноту. Так, хорошо. Ну, сведение кривое, вокал ну, мимо и не тюненный. Не летает никуда, космолет убит бом, опустевший УМК, и ненужная дуга, и земли си посмотри, нам астрологи. Ну, все, Питер, попался, придет спасибо. Смотреть. Барабаны как будто рисовал не барабанщик. Партия очень ненастоящая звучит. Ну, типа нет, на самом деле есть определенно какие-то способности у того, кто это сделал, но... Какой-то байки проскочили чуть-чуть. Я думаю, надо больше со сведением разбираться и с тем, ну, типа, с тем, какие бывают на барабанах партии, как это рисуется все. Спасибо, групп. Я сперва думал, мне поляки начали донатить. Забавный персонаж Anyway, что насчет такого микса? Давай послушаем. А что ты не можешь понять? Типа, ты вроде интересный, забавный персонаж. Ну да. А что не можешь понять-то? А, Silent Blue еще должен посмотреть сперва. Чуть не заскамил уважаемого кабанчика. Мьюз такие медленно тягомутные тексты, фу, господи, песенки обычно не делают. Ну, спасибо в любом случае. Ковист. Ну, короче, как и у меня, наверное, чуть раньше. Ну, да и сейчас тоже. То есть вот есть челы, которые там вот музыку и вот, типа, даже инструменты, все вот эти какие-то штуки вроде как-то что-то понимают, но самая главная беда со сведением. А сейчас, возможно, даже лучше ни на чем не уметь играть, но уметь сводить. Это более перспективно.